проект «Мы россияне», мы решили организовать не зря. Он на сегодняшний день в детском доме очень актуален. Естественно, дети младшего возраста не задаются такими вопросами, кто я, какой национальности принадлежу. Но, становясь чуть старше, естественно, у детей возникают такие вопросы. Почему у моей подруги или там у моего друга такое имя, а у меня другое имя? Почему я отличаюсь цветом кожи, разрезом глаз? И мы подумали с коллегами, решили организовать такой большой проект. Проект долгосрочный, он рассчитан на год. Сегодня у нас первая часть проекта. Мы проводим мероприятие под названием «Русская национальная деревня». Знакомим наших воспитанников с национальными особенностями русских людей. На осень мы планируем провести тоже большое мероприятие, где познакомим деток наших с национальностями казахской культуры. Ближе к весне проведем мероприятие, посвященное национальной культуре украинского народа. И ближе к следующему лету познакомим наших детей с культурой цыган. Несмотря на то, что цыган нет в нашем детском доме детей, но дети все-таки, участвуя в любых мероприятиях, принимают активное участие в танцах, в цыганских. И поэтому для них эта тема очень интересна. Цель всего этого нашего проекта, конечно, сплотить детский коллектив, чтобы дети разных национальностей дружили между друг другом, дружили с педагогами, потому что у нас как педагогов, так и детей, и казахи проживают, и работают, и татары, и башкиры, и украинцы. В общем, для нас этот проект очень интересен и очень актуален, я считаю.